Я очень надеюсь, что у нас впереди куча не только фантастических, и не столько, хотя фантастические они все, пусть даже они относятся к сказкам, реализму и всему остальному, у нас у всех еще очень-очень много новых фантастических работ Дениса Гордеева. И мы пошли в лес. И мне, в общем-то, стало понятно. Я вдруг поймала себя на том, что я оказалась в мире Денисовых иллюстраций. Это было уже никакое не Подмосковье, а это было вот Хоббитания Средиземья. И я просто почувствовала себя одним из этих хоббитов, которые вот идут, куда-то там пробираются и должны что-то такое таинственное, важное сделать. Я думаю, что кроме того, что Денис Гордеев – хранитель, он еще на самом деле открывает нам какое-то будущее. Я лично буду ждать, что реализм серьезный, реалистичность в искусстве будет побеждать и на какое-то время, я думаю, воцариться. Я очень рад, что вы все пришли. Большое вам спасибо. Надеюсь, что вам понравится то, что я здесь развесил. Вот. Еще раз спасибо. Я рад всех вас видеть.